Играть меньше 5 минут. Они еще могут выровнять ситуацию, но это очень-очень трудно. Такая безупречная вратарская игра может потушить страсть соперника, Сад. Шикарный шанс был отпущен едва ли не в инновационный момент встречи. Запускает шайбу у Сашлиста. Филкина. Выбрасывает шайбу. Снова бросок. Мощнейший бросок. И бесстрашно принимает он на Фролову. Фролов попадает в положение вне игры. Смит готовится к выбрасыванию. Фролов. Выход 1-1. Дополнительный плюс для этого вратаря то, что он умеет очень эффективно работать с шайбой. Сдается мне, Александр, что в детстве он неплохо играл в футбольного вратаря. Вот он вводит шайбу в игру, и у них появляется как будто третий защитник. Вот-вот начнется серия буллитов. Что ж, многие игроки говорят, что они хотят... Свой первый бросок. Может увеличить отрыв, оформив еще один гол. Преимущество. ЦСКА Москва рассчитывает сравнять счет. Давай. Может упрочить свое преимущество. Этот... ЦСКА Москва стремится сравнять счет. Попытается разрушить наконец ничейный счет своим. ЦСКА Москва попытается выйти вперед. Если... будет исполнять сейчас свой 5-й бросок. Если Шайба влетит в ворота, у него был шанс выиграть все. Но как шансом и остался. Не надо корить себя за это. Действительно нуждается в этой шайбе. ЦСКА Москва имеет шанс закончить все этим броском.